Всем привет! Меня, наверное, уже потеряли, кто за мной наблюдает и смотрит часто. Разговор сегодня из теплицы. Вот такие огурчики, сорт кадриль. Я посадила в середине, где-то в последних числах августа, даже не в середине. И вот мы последние 2 недели едим наши огурчики. Борюсь я только с белокрылкой. Чтобы их было больше, нужно не давать им перерастать. То есть собираете зеленцы вот чуть больше этого размера, и они каждый день нарастают. Остались еще помидорчики. Это те, которые я садила прямо рассадой, семечками 25 мая. И те, которые у меня пошли от пасынков. То есть вот мы еще со своими помидорами в теплице. И со своими огурцами. Это к разговору о том, зачем же нужна